Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Сегодня у нас очень насыщенный день. У нас пройдет целых 5 лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». Сейчас мы начинаем нашу вторую лекцию, и мы отправляемся после Приморского края, после самой восточной точки нашей страны, мы отправляемся на юг, отправляемся в Ставрополь для того, чтобы Наталья Александровна Ботнаренко, победитель всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, поделилась своим опытом в области краеведения, в области преподавания истории родного края с нашими зрителями. Наталья Александровна является заместителем директора по воспитательной работе и учителем истории обществознания школы номер 16 города Ставрополя. Наталья Александровна, здравствуйте. Очень рада нашей сегодняшней встрече. И для того, чтобы начать наш сегодняшний разговор, с удовольствием передам вам слово. Спасибо большое, Алина. Здравствуйте, Алина, еще раз. Здравствуйте, уважаемые коллеги, которые сегодня с нами. Ну, еще раз представлюсь. Меня зовут Ботнаренко Наталья Александровна. Я из города Ставрополя, представляю лицей номер 16, в котором работаю учителем истории обществознания и занимаю должность заместителя директора по воспитательной работе. Позвольте мне включить нашу презентацию, чтобы начать наш разговор. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что мой сегодняшний разговор с вами, уважаемые коллеги, будет состоять из двух частей. В первой части позвольте мне, пожалуйста, познакомить вас с нашим лицеем и с той работой, которая ведется у нас в области краеведения. А уже во второй части нашей лекции хочу поделиться с вами теми новыми технологиями, которые использую в работе по краеведению, в том числе. Ну, так сложились же у нас обстоятельства, что мы все вынуждены сейчас работать в условиях пандемии, и обучение детей очень часто опосредовано с использованием дистанционных технологий. Так сложилась моя педагогическая судьба и мой педагогический путь, что на протяжении 15 лет я занималась краеведением со своими учениками в городе Мичуринске Тамбовской области, который является моей малой родиной, где я родилась, где я выросла, ну и, соответственно, начала свой трудовой путь. Город Мичуринск – маленький провинциальный городок, но имеет большую историю, как часто бывает, и, естественно, как мне казалось бы, что мы все знаем о своем маленьком городе, пласт работы по краеведению был очень огромен, и это натолкнуло меня на такую краеведческую работу. И, естественно, после того, как я приехала уже в город Ставрополь, я не могла оставить краеведение и продолжаю заниматься этой работой уже здесь, на Северном Кавказе, в городе Ставрополь, вместе со своими новыми учениками. Начинался мой путь в краеведение с создания курса «Мичуринское ведение», как я уже сказала, который позволял нам на уроках и во внеурочной деятельности знакомить детей с основами краеведения. Краеведение. Такое знакомое всем слово. Ведать, изведывать, знать. Когда-то давно педагог и великий русский писатель Константин Ушинский сказал: «Поля России, ее язык, ее предания, ее жизнь неповторимым образом остаются в сердце каждого человека. Так и у нас. Наша малая родина всегда с нами. Познавая историю, мы познаем себя. Кто мы? Где наши корни?» Как в этот момент, произнося эти слова, не вспомнить нашего ставропольского ученого-краеведа Григория Николаевича Прозрителя, который написал 100 лет назад такие слова: «Нынешние обитатели Ставропольской губернии забыли уже, что там, где стоят их многолюдные богатые села, была беспредельная степь, и ветер гулял на всем ее пространстве. Забыли они первых смелых выходцев из внутренних губерний, отважившихся пуститься на Кавказ и обосновать там свое жительство. Много испытаний выпало на долю первых тружеников, поставивших здесь первые свои землянки. Но ни опасность, ни сама смерть не пугали. И русский человек только с упованием на Бога сменял один другого в этом шествии на далекую окраину и погибельный Кавказ.
погибельный Кавказ обратился в цветущий рай. Этим-то первым засельщикам Кавказа и должно быть отведено почетное место в памяти народа. И вот опираясь на эти слова, каждое 1 сентября, каждый первый класс, который начинает восхождение по ступенькам своей школьной жизни в нашем лицее, он начинает этот день с нашего школьного музея. Школа нашей жизни. Так называется музей лицея 16 города Ставрополя. Естественно, открытию музея способствовала большая кропотливая работа, в которой принимали участие как ученики, педагоги, так и родители, бывшие выпускники и бывшие педагоги лицея. Основателем этого лицея стал учитель истории и обществознания же нашего лицея Наргиз Павловна Боевская, которая до сих пор является хранителем, а мы ее помощниками. Учеными доказано, что краеведение выступает универсальным педагогическим средством, которое помогает нам, учителям, формировать и развивать познавательный интерес учащихся, их мотивационную сферу, активизировать учебную деятельность, воспитывать разносторонне развитого человека и патриота своей страны. Главным условием, как я считаю, краеведческой работы является систематическое использование местного материала на уроках. Постоянная внеклассная работа обязательно. Перспективное ее планирование не только в масштабах одного класса, но также в масштабе нескольких параллелей и, конечно же, целиком лицея. На базе музея работают несколько творческих объединений. Музейное дело, лекторская группа, отряд милосердия. Ну, по большому счету, как и во всех музеях, которые базируются на базе школ. Немаловажной работой музея является участие наших лицеистов в деятельности по охране памятников истории и культуры. При непосредственном участии детей были открыты мемориальные доски выпускникам школы. Игорю Азовцеву, который погиб при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан, и Роману Шабышеву, который погиб в Чечне в бою под Шатоем. Мы чтим память наших выпускников, планируем в ближайшее время открыть парту героям. Одной из форм вовлечения детей и молодежи в активную социальную практику является участие детей и молодежи в деятельности Всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения «Юнармия». Не остались в стороне и наши лицеисты, дети которых входят в отряд «Зорничник» и, соответственно, являются членами этого общественного объединения «Юнармейцы». Но в соответствии с уставом движения, основными его задачами является воспитание у молодежи высокой гражданской социальной активности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, учения истории не только целиком Российской Федерации, но и, естественно, краеведческой истории. Наши «Юнармейцы» честью достигают поставленных задач. Они участвуют активно в поставском движении дежурю мемориала номер 1 в городе Ставрополе, ухаживают за захоронениями героев. Кроме того, принимают участие активное в краеведческих чтениях, конференциях, конкурсах, фестивалях, где мы занимаем призовые места. Ставропольский край является самобытным, богатым регионом, который таит в своей истории множество интереснейших секретов, фактов и замечательных имен. И я со своими детьми уже на протяжении нескольких лет работала над интересными комплексными темами краеведческого характера, которые позволили нам открыть вместе с детьми те самые тайны и секреты. Мы изучали боевой и трудовой путь своих земляков, традиции боевые и трудовые. Готовили такие проекты, как памятники Ставропольского края, зеркало российской истории. Писали и пишем в настоящее время летопись нашего лицея. И не только лицея, но и промышленного района города, в котором располагается наш лицей. Кроме того, мы постоянно пополняем экспонатами наш лицейский музей, который, повторюсь, называется «Школа нашей жизни». Как вы можете заметить, и глядя в том числе на презентацию, что в своей работе я использую много привычных нам всем, учителям истории, библиотекарям, краеведам, различных форм и приемов.
Ну, конечно же, это изучение краеведческого материала на уроках истории. Это поисковая работа, это проектная деятельность, это музейная педагогика, это встречи с ветеранами, старожилами, бывшими педагогами, бывшими выпускниками. Это уроки экскурсии. Это всевозможные патриотические акции, Георгиевская ленточка, огни памяти и других. Традиционный подход в организации образовательного процесса характеризуется доминирующей ролью учителя и пассивной позицией ученика, который, по большому счету, в своей работе пользуется практически всегда объяснительно-репродуктивными методами обучения. Но, естественно, такой подход не всегда обеспечивает достижение требуемых результатов качества образования. Именно поэтому нам, учителям, практикам всегда приходится искать новые методы, новые технологии и держать, что называется, руку на пульсе, чтобы дети не потеряли того интереса, который мы им прививаем с самых первых дней пребывания их в лицее. Как показывает практика, нам всегда требуются инновационные методы. И как раз-таки, переходя уже ко второй части своей лекции, мне хочется поделиться с вами опытом своей работы именно в этом направлении и представить несколько инновационных технологий, которые я использую в своей работе в последнее время. Но сейчас вы на экране видите основные принципы моей работы с обучающимися. Прежде всего, это принцип междисциплинарности, поскольку мы используем краеведческий материал не только на уроках истории. Это же и богатый пласт, в том числе литературы, кроме того, родной язык. Принципы систематичности, потому что никак нельзя нам, современным учителям, работать в области краеведения время от времени. То есть поработали над какой-то определенной темой, а потом на некоторый период времени просто о ней забыли. Системность обязательно. Принцип когнитивности, конечно же. Обучающиеся сейчас в условиях современного образования должны быть активными получателями знаний. Не только нас слушать, но и, естественно, самим искать информацию. Ну и, конечно же, принцип толерантности. Наш северо-кавказский регион – один из самых многонациональных регионов Российской Федерации. Поэтому, конечно же, мы прививаем своим детям в том числе понимание и принятие культуры других народов. Что же такое инновация? Ну, давайте с вами просто вспомним, что означает это слово и как мы его используем с вами в нашей педагогической деятельности. Инновация – это внедрение новшества, которое обеспечивает качественный рост эффективности процесса. А инновации в воспитании и образовании, конечно же, это некая система, причем долгосрочная, которая основывается на использовании новых воспитательных средств, которые способствуют социализации детей и подростков, а также позволяют нивелировать асоциальные явления в детско-юношеской среде. Какие же инновационные технологии выделяются в современном образовании? Многие из них нам очень хорошо знакомы, да большинство, скорее всего. Это и проектное обучение, информационно-коммуникативные технологии, арт-шоу-технологии, коллективное творческое дело, исследовательская деятельность, создание ситуации успеха, здоровье сберегающие. И мы можем их перечислять бесконечно. Каждый педагог в своей деятельности выбирает то, что ему ближе. В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место занимает творческая деятельность. Как сделать так, чтобы интерес не угасал? Придумать, конечно же, креативную форму. В нашем лицее уже на протяжении 10 лет существует элитарный клуб «Что, где, когда». Вы можете видеть сейчас на экране, что у нас все как в настоящем телевизионном элитарном клубе знатоков. У нас есть смотрители, как мы их называем, у нас есть ведущие, традиционный волчок. И, конечно же, тематика игр, которые мы проводим, она абсолютно разная. Но очень много игр у нас посвящены именно вопросам краеведения. Чтобы подготовить интересные вопросы из истории Ставропольского края, детям приходится немало потрудиться. Поработать в библиотеках, поработать в архивах, поработать в музеях и заповедниках. Конечно же, наиболее интересными в этом плане становятся такие игры, когда за столом в
качестве знатоков выступают учителя или родители, а в качестве телезрителей, условно их так назовем, конечно же, сами ученики. Здесь на слайдах вы видите отрывки из игр. Как раз за игровым столом находится команда молодых педагогов нашего лицея, которые решили попробовать силы в столь интересном и познавательном мероприятии. Повторюсь, игра «Что, где, когда» существует у нас уже 10 лет, и мы в этом году отмечаем юбилей игры. Следующие инновационные технологии, которые хочу представить... давайте вот о чем вначале. Арт-технология, да. Конечно же, очень интересно. Технология для нас, как краеведа, во всяком случае для меня точно, арт-технология, как один из видов инновационных технологий. Если мы разберем с вами это слово, мы поймем, что слово арт от английского визуальное искусство и технологии — совокупность психолого-педагогических установок. И таким образом, как раз-таки в образовании система последовательных действий педагога, направленных на решение учебно-воспитательных задач, с использованием различных видов искусства. И как раз-таки именно в этой технологии хочу познакомить вас с таким инновационным методом работы в области краеведения, как театрально-краеведческий проект. Конечно же, в 2020 году наш театрально-краеведческий проект был посвящен 75-летию Великой Победы и назывался он «Вехи памяти, дороги войны». «Вехи памяти, дороги войны». Если мы говорим с вами об актуальности вообще такой модели, как театрально-краеведческий проект, как часть воспитательной системы, то он, вот эта потребность обусловлена потребностью в создании и развитии особого социокультурного пространства. И при этом мы учитываем, что это пространство является открытой системой, которая находится в постоянном развитии и опирается на потребности времени и, соответственно, под перспективы воспитания, в том числе конкурентоспособной личности. На экране сейчас вы видите те виды искусства, которые соответствуют арт-проекту. Ну, все они нам известны, эти виды искусства. Это и литература, музыка, танец, кино, всевозможные арт-шоу, конкурсы, фестивали, выставки, экскурсии, фотопроекты. И поэтому, как только мы начинаем работу над таким театрально-краеведческим проектом, мы аккумулируем все виды искусства и потом на выходе получаем уже действительно состоявшийся театрально-краеведческий проект. О преимуществах театральной педагогики говорилось и писалось очень много в свое время, поскольку в театральной деятельности проходит становление личностного самосознания, формируется культура чувств, способность к общению, овладение собственным телом, голосом, формируется любовь к родине, воспитывается чувство меры, такта, так необходимые современному человеку для успеха в любой сфере современного общества. Возможности театрально-краеведческого проекта с использованием насыщенного краеведческого материала гораздо шире, потому что, на мой взгляд, они аккумулируют сразу несколько направлений воспитательной работы. Когда мы говорим о театрально-краеведческом проекте, мы ставим перед собой цель и следующие задачи. Вы видите их на слайде, а остановлюсь буквально на некоторых. Конечно же, главная цель – это создание условий для формирования обучающихся духовно-нравственных ценностей. Задачами являются воспитание интереса и бережного отношения к родному языку, родной культуре, литературе, истории своей страны. И не только своей страны, но и региона. Формирование гражданской позиции, чувство патриотизма. Ну и, конечно же, мы развиваем образное мышление, речь учащихся, воспитание духовно развитой личности. Сейчас перед вами на слайде все те виды образовательной деятельности, которые участвуют, если можно подобрать такое слово, в создании этого театрально-краеведческого проекта. Но прежде всего, если мы берем с вами учебную деятельность, то это наши предметы, которые позволят нам изучить краеведческий материал, аккумулировать его, подвести итоги, в том числе посмотреть на краеведение с точки зрения истории, с точки зрения литературы, с точки зрения изобразительного искусства. Система дополнительного образования.
Конечно же, это наши кружки и секции, это отряд милосердия, это программа дополнительного образования «Что, где, когда», как раз таки разработанная в нашем лицее, на основе которых мы проводим игры. Это музейная педагогика и это отряд «Зорничник», который, как я говорила, уже у нас связан в том числе с движением «Юнармия». Внеурочная деятельность – это обязательное условие реализации государственного федерального образовательного стандарта. Во всех классах лицея ведется внеурочная деятельность. И вот те как раз-таки программы внеурочки, которые помогают нам в реализации театрально-краеведческого проекта, такие как «Интеллектика», «Россия, Родина, Россия», «Вокальная мастерская», «Звоночки». И, конечно же, мы не можем обойтись без школьного самоуправления. Школьная республика «Мы вместе», совет старшеклассников – это та основа, которая позволяет нам активно привлекать детей в наш театрально-краеведческий проект. Реализация, да, вы видите сейчас на экране как раз-таки вот эти программы внеурочной деятельности и наших деток, которые принимали активное участие в реализации такого проекта. Реализация любого проекта, в том числе и нашего, который мы называем театрально-краеведческий, происходит в несколько этапов, они все нам известны, это подготовительный, проектировочный, основной и заключительный. Когда мы начинали работать над проектом «Вехи памяти дорогами войны», мы выдвинули гипотезу. О войне мы знаем только по большому счету из рассказов и кинофильмов, и у русского народа действительно сильная любовь к родине. Нам нужно было оспорить, что мы знаем только рассказы, только кинофильмы, и подтвердить все именно примерами из нашего Ставропольского краеведения. Как и у любого проекта, всегда есть ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты – это модель выпускника, который, пройдя через несколько таких театрально-краеведческих проектов, уже выходит на выпуске с ценностным отношением к России, к своему народу, краю. Он имеет опыт эстетических переживаний, наблюдений, умеет планировать свою трудовую деятельность, умеет рационально использовать не только свое время, но и время окружающих, а также аккумулировать информацию, соблюдать порядок. И имеет уже у себя сформированные навыки трудового творческого сотрудничества. Как же определить тему проекта? Ну, еще раз повторюсь, в 2020 году не было у нас такой дилеммы. Мы понимали, что наш проект будет посвящен истории Ставрополья в годы Великой Отечественной войны. В другие, скажем так, времена, как определить тему проекта? Ну, конечно же, мы ориентируемся на следующие моменты. Это памятные даты Ставропольского края. Ориентируемся, какой это год в истории России, а также на юбиляров. И юбиляров, конечно же, мы смотрим прежде всего в своем Ставропольском крае, но ориентируемся в том числе и на юбиляров, которые известны по всей России. У нас, как я сказала, активное участие в реализации проекта принимает совет старшеклассников. И именно с ребятами я активно использую метод брейнсторминга. Что же такое брейнсторминг? Это оперативный метод, своего рода наше привычное слово «мозговой штурм», но здесь уже оперативный метод решения задач, в котором участники обсуждения генерируют максимальное количество решений, задач, причем эти предположения и выходы из ситуации, они могут быть самые фантастические, может быть даже порой иногда где-то глупые, но из всех этих вариантов выбираются самые лучшие. И, как показывает практика, такой вид деятельности очень-очень нравится детям. На этапе проектирования всегда мы составляем план стратегических действий, разрабатываем карточки участников, то есть каждый, кто участвует в этом проекте, это, как правило, все классы без исключения, определяются ответственные на различных этапах, как класс ответственный, так и ответственный педагог на каждом этапе. И формируются промежуточные отчетные такие точки, по которым мы смотрим, насколько успешно мы работаем в данном проекте.
Первым опытом, чуть-чуть отступлю от проекта, который был в этом году, первым таким опытом театрально-краеведческого проекта был наш проект «Читайте, Пушкина, читайте». Дело в том, что судьба великого писателя, она дважды соприкасалась с Кавказом и непосредственно с городом Ставрополем. И впервые Пушкин увидел Ставрополь в 1820 году. Он попал в наши края, ну, практически случайно, потому что в это время мы знаем, что Пушкин был сослан и ехал к месту ссылки в Екатеринослав, Днепропетровская. Это Екатеринослав, сейчас это город Днепропетровск. И по дороге туда Пушкин сильно заболел и был вынужден остановиться. К счастью, он встретил как раз-таки по дороге семью генерала Раевского. И добрые люди пригласили его на наши каминводы. Разрешили Александру Сергеевичу как больному отлучиться на лечение. И вот как раз-таки по дороге на КМВ Пушкин вместе с Раевским и побывали в Ставрополе. И в своих путевых очерках Пушкин говорил, что в Ставрополе он увидел на краю неба облака и взоры ровно за 9 лет, и они были на том же месте. Это снежные вершины Кавказских гор. И здесь вы видите представлено сейчас на экране как раз-таки памятник, который находится в городе Ставрополе, и отрывки из нашей уже театрально-краеведческой постановки «Читайте, Пушкина, читайте». В роли Пушкина можете увидеть одного из наших учеников. Теперь вернемся с вами к театрально-краеведческому проекту «Вехи памяти. Дорогами войны». Работа в рамках этого проекта, работа над проектом строилась сразу в нескольких направлениях. Первое направление – это семейная реликвия. Это был сбор архивных материалов, экспонатов среди наших учащихся, ну и, конечно же, в их семьях тоже. Те документы, которые были связаны с событиями Великой Отечественной войны, это письма, наградные документы, статьи газет и так далее и тому подобное. Направление, еще раз повторю, семейной реликвии. Кроме того, фотографии, которые были присланы либо тем жителям, которые на момент Великой Отечественной войны находились здесь, то есть в городе Ставрополе, либо на территории Ставропольского края. Но хочу, кстати, напомнить, что Ставрополь и Ставрополье находились в оккупации. Либо писали письма с фронта сюда, либо наоборот. То есть у нас очень большая коллекция таких писем, которые мы собрали в наших семьях. И, конечно же, это были встречи с ветеранами, запись аудиоинтервью, изучение памятников, обелисков, связанных с событиями Великой Отечественной войны на территории города Ставрополя, обновление лицейской книги памяти. И как итог, как раз-таки мы планировали большую краеведческую, театрально-краеведческую постановку «Письма Великой войны» по письмам ставропольцев, фронтовиков и мирных жителей. В рамках вот этих направлений нами было собрано порядка 30 писем, которые хранились в семьях наших учеников, около полусотни различных экспонатов, наградных листов, вещей, которые остались после Великой Отечественной войны. И в ходе работы выяснилось, в том числе, что очень много таких семей, где есть фото, которые остались со времен Великой Отечественной войны, были присланы в семьи в том числе, но семьи не располагают той информацией полной, которую бы мы хотели знать. Написано имя, фамилия, а где служил, на каком фронте воевал, таких данных в семьях нет, потому что те, кто являлись носителями информации, к сожалению, либо умерли, либо сами тоже не располагают такой информацией. И поэтому ребята, чтобы получить больше информации, работали с официальными сайтами. Мы все их прекрасно знаем, где мы могли бы найти сведения о своих родственниках. Соответственно, на экране вы сейчас видите отрывок из первой части театрально-краеведческой постановки. Соответственно, посмотреть сейчас я вам предлагаю отрывок из этой части проекта.
25 сентября 1942 года была предпринята попытка наступления в сторону Туапсе. После 5 дней упорных боев возникла опасность захвата города, но двумя контрударами противник был остановлен. Впоследствии немцы предприняли еще две попытки в октябре и ноябре, которые также не имели успеха. В результате продолжительных позиционных оборонительных боев противника остановили и вынудили в декабре 1942 года перейти к защите. Из письма неизвестного солдата Кавказского фронта. Здравствуйте, милые Зиночка и Галочка. Шлю вам свой горячий привет. Зинуля, сейчас одна задача. Скорейший разгром Гитлера, чтобы мы могли снова встретиться. Я надеюсь, что после разгрома врага наша встреча состоится. Я надеюсь, что ты с честью выдержишь это жизненное испытание. Помни всегда, что я в боях думаю о вас, что я, не жалея жизни, борюсь за вашу спокойную жизнь, за вашу свободу и независимость. И если придется умереть, то и тогда не забывай меня. Знай, что жизнь моя – цена вашей жизни. Я думаю, что все это ты прекрасно понимаешь. Горячий привет всем знающим меня и всем нашим. Поцелуй Галочку. Крепко тебя целую много раз. Но так случилось, что пандемия внесла коррективы и в образовательный процесс, и в апреле месяце, как и вся страна, мы ушли на дистанционное обучение, но работу над проектом мы ни в коем случае не остановили. Дело в том, что в процессе работы над проектом стало невозможно проведение очных экскурсий к мемориалам, обелискам, в музеи, чтобы продолжить работу. Но и в этой сложной ситуации мы с моими детьми, тогда еще девятиклассниками, сейчас они уже десятиклассники, решили продолжить работу над проектом, но вывести ее несколько в другую плоскость и перейти к прикладному краеведению с использованием достижений современных информационно-коммуникационных технологий, поскольку они открывают и перед педагогом новые возможности для широкого внедрения в педпрактику и интересны очень детям. Помогли перейти к такой форме, опыт проведения онлайн-лагеря. У нас летом был онлайн-лагерь «Солнышко», где мы то и дело отправлялись с детьми в виртуальные экскурсии. Такие, например, как на предыдущем слайде, музей изобразительных искусств или государственный музей, наш Ставропольский музей-заповедник Праве. И как раз-таки мы решили разработать свои виртуальные туры. В качестве пробного тура была выбрана нами тема «Памятники женщинам-героиням». Попытались изучить всевозможные конструкторы туров, которые предлагает нам интернет, и остановились для такого ресурса платформу для создания виртуальных туров TourBuilder и создали свою первую пробную экскурсию. Она очень проста в своем использовании, то есть мы собираем сведения о том или ином историческом памятники, которые располагаются на территории города, выходим туда, фотографируем, собираем о нем информацию и, соответственно, наносим на нашу виртуальную карту. Обозначили несколько таких памятников. На экране вы видите на улице Семашко напротив краевой клинической больницы в городе Ставрополе был открыт памятник полному кавалеру Ордена Славы Матрёне Семёновне Здрачёвой, которая в девичестве Нечпорукова. И создали описание этого памятника, и на протяжении движения нашего по городу описали несколько еще таких памятников. Чем хороша такая работа? Маршрут любой экскурсии представляет собой наиболее удобный путь следования экскурсионной группы. То есть если вдруг кому-то захочется после просмотра виртуальной экскурсии посетить эти места, то, пользуясь опять-таки этим ресурсом нашим, можно обозначить самый удобный путь для совершения такой экскурсии. Работа такая нас вдохновила. И была предложена тематика других виртуальных туров, которые связаны непосредственно с нашим театрально-краеведческим проектом. Имена Победы по улицам родного города от таких в нашем городе совсем немало. И кроме того, эта работа позволила нам составить сборник наш школьный с одноименным названием «Имена Победы по улицам родного города». И мы собрали информацию, почему названа так улица, когда названа, либо была переименована. И мы надеемся, что после Нового года мы создадим свой такой лицейский сборник.
Созданные нами виртуальные туры были размещены на официальных страницах лицея ВКонтакте, а также были представлены накануне Дня Победы нашим классам и использованы классными руководителями на классных часах, что оказалось на тот момент очень актуальным в связи с тем, что невозможно было выйти с детьми и провести настоящие экскурсии к памятникам воинской славы. И как только нам позволила эпидобстановка, мы стали дополнять наши экскурсионные туры не только описанием, но в том числе и онлайн-экскурсиями, видеороликами. И это только лишь один из результатов нашей работы над этим проектом. Все, что мы делали в области краеведения, тех навыков художественного чтения, тех материалов, которые были собраны, они позволили нам очень активно поучаствовать во всевозможных конкурсах, фестивалях и, соответственно, в социально значимой акции «Письма войны». В заключение хотелось бы сказать, что год памяти и славы завершается, но наша работа ни в коей мере не останавливается. А значит, совсем скоро на нашей лицейской сцене снова зазвучат трогательные строки из писем наших земляков. А рукописная книга, которая пишется в нашем музее, пополнится новыми записями. И в заключение. Коллеги, наша профессия настолько удивительна, а работа с детьми нам дает возможность проявить все только самое хорошее, что в нас заложено. Это и душевность, и способности. И очень отрадно, что педагог может реализовать все свои творческие таланты, потому что дети являются самыми гуманными судьями. Они восхищаются всем тем, чего не умеют делать сами. Они ценят наши стихи, рассказы, рисунки, и не только наши. А самое главное, они ценят нашу фантазию, потому что мы с вами великие фантазеры. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Наталья Александровна. Хотелось бы сначала немножко отвлечься от темы и сказать, что очень часто, общаясь с нашими лекторами, я слышу такую мысль от них, что вроде как у нас и работа похожа, что я могу рассказать нового, но вот сейчас я с уверенностью могу сказать, что даже спустя более половины уже проведенных лекций все новые и новые инструменты открываются, и вот сегодня мы впервые с вами говорим и о театральных постановках, и о возможности составления виртуальных экскурсий, что особенно актуально в сегодняшних реалиях. И еще вы подняли одну такую тему, наверное, я ее тоже немножко заметила в вашей лекции. На фотографиях, которые были представлены в презентации, очень много старшеклассников. И вот сейчас именно для педагогов школ очень остро стоит вопрос привлечения именно старших классов к такой работе. Объяснима их меньшая там вовлеченность, как минимум, экзаменами и постоянной подготовкой. Расскажите, может быть, есть особенные методы привлечения именно старших классов в такую работу, или же просто вот как происходит у вас взаимодействие со старшеклассниками? Но здесь, наверное, знаете как? Дело в том, что, помните, в начале лекции я сказала, что каждый, кто только начинает свое восхождение вот, по ступенькам школьной жизни в лицее, они знакомятся с нашим музеем. И вот это, наверное, первая ступенька всегда становится такой отправной точкой для наших детей. Это первый момент. Второй момент, что наш лицей сам по себе, он по численности не очень большой, и мы все как одна большая дружная семья. И то, что нравится, допустим, да, на каком-то там, понятно, что учащиеся среднего школьного возраста, они самые активные, это самая такая благодарная публика, потому что малыши еще чего-то не умеют, чего-то не знают, а средний возраст, он самый такой благодатный. И вот общаясь все вместе, такой дружной большой семьей, у нас и старшеклассники, выходя уже, да, на новый уровень образования, они понимают, что просто без вот этой семьи, в которой мы живем в нашем лице, у нас ничего не получится. И они настолько у нас отзывчивы, настолько активны, и настолько им нравится вот все то, что происходит, что они с удовольствием включаются в краеведческую работу. Не поверите, сейчас вот да, когда мы опять находимся в таких вот очень сжатых, что называется, условиях, когда мы не можем выехать куда-то даже на ту же самую просто, на ну, не знаю, экскурсию на природу, не то, что там по какому-то, допустим, историческому маршруту. Они всегда говорят, а давайте все-таки, как только
нам разрешат, мы отправимся все вместе куда-нибудь, потому что, ну, им нравится это на самом деле. Это просто замечательно, приятно даже слушать об этом, потому что сама я тоже училась в небольшой школе, у нас тоже были театральные постановки, я знаю даже со стороны школьников, насколько это важно, у нас была долгая подготовка, больше месяца вот к театральной постановке, и подходили к этому все абсолютно серьезно. И, наверное, хотелось бы задать еще один прикладной вопрос, никуда мы не денемся и от них, я думаю, особенно интересно это для наших педагогов, именно такие прикладные знания. Все-таки на ваших фотографиях я видела очень костюмы, вот такие профессиональные, можно сказать, они действительно качественно выполнены. Я знаю, что не у всех школ, может быть, есть возможность приобрести такие костюмы. Расскажите, где вот лицей берет костюмы, может быть, это аренда, может быть, это фонд самого лицея, очень тоже интересно было бы узнать. То, что вы видите сейчас, это непосредственно фонд нашего лицея, мы очень много сотрудничаем, я просто как бы не стала на этом заострять внимание, мы очень тесно сотрудничаем и с войсковыми частями, и с ветеранскими объединениями, которые помогают нам. То есть вот то, что есть, это сейчас фонд непосредственно нашего лицея. Если нам требуется вдруг, ну, я понимаю, что форму уж мы точно не пошьем, но как раз-таки, о чем я говорила, что у нас все во взаимосвязи, и прежде чем мы начинаем работу над проектом, мы же расставляем различные отправные точки. Одна из них как раз-таки это изготовление декораций и костюмов. То есть то, что мы можем сделать своими руками, да, мы делаем своими руками. Все остальное просим помочь, и является это уже, да, все базой лицея. Да, вот это тоже хотелось бы на это... Потому что если дети причем видят вот это настоящее, у них абсолютно горят глаза, и они хотят в этом во всем участвовать, а примерить-то сколько восторга у детей, да, ту же самую военную шинель или тот же самый китель, да. Да, вот тоже хотелось бы на этом заострить внимание. Мы все понимаем, что финансовые возможности у каждой школы, они разнятся, но при этом в каждом регионе есть организации и военные, ну, связанные вот с военным временем, исторические какие-то общества. И я думаю, именно во взаимосвязи, именно вот благодаря такому партнерству можно получить без прямой финансовой поддержки возможности получить костюмы и какие-то дополнительные тоже блага, что на этом тоже стоит сделать особый акцент, потому что действительно играть театральную постановку в школьной форме куда менее интересно, нежели в настоящем, да, вот в таких костюмах, с гримом и так далее. Наталья Александровна, хотела бы передать огромный привет всему вашему педагогическому составу лицея и всем вашим учащимся, пожелать вам развития ваших проектов, новых идей и реализации этих новых идей, чтобы на них не влияло никакие внешние факторы. И вот как мы слышали сегодня, вы действительно продолжаете работу и в тяжелый такой период пандемии, что очень важно. Мы желаем вам много новых задумок, которые вы сможете реализовать, несмотря на форматы обучения. Да. Большое спасибо вам за сегодняшнюю лекцию. Я уверена, она была очень интересна для наших педагогов и для сотрудников музеев, архивов и для всех наших сегодняшних зрителей. Большое спасибо и до скорых встреч. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.